граждане, для вас продается хлебный квас. Именно так гласил плакат Минпищепрома СССР в годах, этак, в 50-х. А, к сожалению, на сегодняшний день вы не купите хлебного кваса, вот, тот, который продается в бочках или в бутылках, приготовленного по классической технологии из хлеба. Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. И, как вы догадались, сегодня мы будем готовить хлебный квас. Для этого настоящий хлебный квас, такой, как продавался в 60-х годах и такой, как рекламировал Минпищепром СССР. А не квас из солодового концентрата или вообще из какого-нибудь сиропа, который можно попить сейчас. Для этого нам понадобится хлеб, сахар, немножко изюма и чуточку дрожжей. Ингредиенты на 3-литровую банку кваса вы найдете в описании видео. Что интересно, один раз приготовив закваску, вы можете на ней уже без дрожжей бесконечно делать квас. Не стоит забывать, что любой квас это, ну, немножко, самую чуточку алкогольный продукт. Что у нас там пищит, наверное, духовка разогревается. Нам духовка понадобится. Поэтому за рулем злоупотреблять квас, особенно при необходимости проезда мимо злых украинских полицейских, не стоит. Но это все лирика. Смотрите, я взял украинский хлеб, черный украинский хлеб. Я не знаю, сейчас спросим у Ларисы. Лариса, а если нет украинского хлеба, можно какой-нибудь другой использовать? Там бородинский какой-то? Любой житний. Можно бородинский, можно любой вот серый, там где используется житняя мука, можно любой хлебушек использовать. Ну, наш оператор Лариса нам прояснила ситуацию, потому что я всегда только из украинского делал. А вообще, друзья, на улице жара. И вот мы приготовим сейчас закваску, сделаем первый квас, а потом можно с этой банки, как я уже говорил, все лето пить. У вас постоянно в холодильнике будет стоять банка вкуснейшего кваса, причем натурального, без не сделанного ни из сиропа, ни из экстракта, без химии, а именно натурального хлебного кваса. Вот так вот порежу я хлебушек, и мы его, Лариса даст мне противень, мы его, друзья, выкладываем на любую штуку, но вот у нас не противень оказался, а сковородка без ручки. В общем, любую штуку, которую можно поставить в духовку. Нам надо из этого приготовить сухари. Выкладываю хлеб на сковородку, разогреваем духовку до температуры 230 градусов и на 15 минут, время от времени, каждые 5 минут, помешивая его, чтобы он, ну, как бы, нам нужны такие хорошие сухари, но чтобы они не получилось, что они зажарятся с одной стороны, с другой не зажарятся. В общем, за 15 минут 3 раза помешиваем. Лариса, оторвись от камеры, поставь в духовку. Пока сушатся сухари, приготовим стартер из дрожжей и сахара. И по поводу воды. Для кваса нам нужна либо фильтрованная, либо артезианская, либо кипяченая вода. Ну, конечно, фильтрованная или артезианская лучше. Потому что кипяченая, водопроводная и городской все-таки остается какое-то количество хлора. Ну, доступна сейчас фильтрованная вода абсолютно везде. Я подогрел воду до температуры 38-39 градусов. Наливаю полстаканчика подогретой воды, сюда 2 ложечки сахара, хорошенько растворим, размешаем. На поверхность высыпаем дрожжи, даем им регидратироваться, то есть попросту намокнуть пару минут. После этого перемешиваем и отставляем в сторонку, пусть дрожжи активируются. Сухарики готовы, вот такие вот румяные, извлекли их из духовки. Теперь приготовим сахарный сироп. Иногда задают вопрос, можно ли делать на инверте. Да, можно. Можно делать на инвертированном сахаре, можно делать на глюкозе. И, в принципе, можно обойтись без дрожжей. Мы просто хотим завтра сделать окрошку, но об этом будет отдельное видео. Поэтому нам нужен квас быстро. Если вы хотите делать без дрожжей, делайте то же самое, только мы сейчас будем на ночь оставлять квас кваситься, а без дрожжей просто на хлебе с сахаром и с изюмом, то есть на изюме в любом случае есть дикие дрожжи, он забродит. Но надо оставлять на 3-4 суток в теплом месте. Также еще один момент. Мы сделаем квас, используем первый квас, потом оставим закваску, будем заливать второй, третий, четвертый раз. С каждым разом квас у нас будет все более и более насыщенного вкуса, то есть все более и более газированный, все более и более вкусный, так как у нас будет зрелая закваска.
Также можно приготовить закваску из муки, как мы делаем для хлеба. У нас на канале есть видео, как приготовить закваску. То есть можно вместо дрожжей добавить закваску из муки. Но это, мне кажется, уже лишние сложности. То есть если быстрый вариант, то просто дрожжи. Если никуда не спешим, то без дрожжей. Берем 3-литровую баночку. Видите, как дрожжики активировались? Пенка такая. Отправляем сюда дрожжи. Отправляем сюда сахарный сироп, изюмчик и наши вкусные сухарики. Я их, конечно, сейчас натер бы с чесноком и пивом, но квас-то квас. Это, граждане, для вас мы готовим хлебный квас. Заливаем тепленькой водичкой, температурой 37-38 градусов. Не наливаем полную банку, то есть, ну, сейчас я еще налью где-то вот так вот. То есть оставляем сантиметров 5 банки свободного пространства, потому что квас будет бродить, будет появляться пена, помимо этого набухнут сухари, он увеличится в объеме. Если вы не хотите, чтобы он у вас за ночь полез и куда-нибудь улез, тогда не наполняем полную. Крышкой не закручиваем, а прикрываем. И оставляем при комнатной температуре на ночь бродить. А утром, друзья, я вам расскажу, что делать с нашим квасом дальше. В следующий день все готово к разливу. Квас активно булькает, то есть процесс пошел. Сразу же приготовим вторую порцию кваса. Первую порцию кваса мы оставим на карбонизацию. А на вторую используем часть вот этих вот сухариков, которые у нас есть сверху. Это и будет наша закваска. Отбираем примерно половину. Ну, как он пахнет вкусненько. Здесь сохранились дрожжи. И сейчас, когда мы приготовим новую порцию, эти дрожжи опять дадут нам нужный эффект. Мы опять приготовили сухариков, только уже приготовили их в два раза меньше. Растворяем сахар. Забрасываем сюда в банку изюм. Забрасываем сухарики. Чем сильнее будут прожарены сухарики, тем темнее будет ваш квас. В принципе, в прошлом году мы готовили квас на солоде. Он получается коричневый, темный квас. Если вас вам интересно, у нас на канале есть видео, как приготовить квас на ржаном солоде. Можете его тоже посмотреть. Он немножко отличается по вкусу. Сахарочек сейчас растворится. Пока сахар растворяется, отберу остальной хлеб отсюда. Он нам уже не нужен. Или его можно использовать, допустим, во вторую банку, если вы хотите поставить второй раз две банки. Но нам такое количество кваса ни к чему. Поэтому, по большому счету, конечно, удобнее использовать банки большего размера. Потому что, видите, когда я отбираю хлебушек, кваса остается примерно 2 литра. Растворился. Отправляем сиропчик сюда. Немножко не полностью растворился. Ну, теперь будет полностью. Заливаем это дело теплой водичкой. Где-то вот так вот, не полную баночку. И опять оставляем на сутки при комнатной температуре. Этот квас уже, в принципе, готов к употреблению, но он не газированный. Для того, чтобы он газировался, надо его поставить на карбонизацию.
То есть, чтобы процесс, при процессе брожения выделяется углекислота, которая с успехом газирует наш квас, и он получится хорошо газированный и пенный. Теперь по вкусу, друзья. То есть он сейчас не сильно сладкий. Он сейчас как раз, я люблю не очень сильно сладкий. На этом этапе вы можете попробовать квас. И если вы любите сильно сладкий, то немножко добавить сахара. То есть сахар можно добавлять по вкусу. Что-то я поналивал здесь сейчас, Лариса, и за камерой у меня уже маячит, что я насвинячил. Не будет делать выговор, так сказать, с занесением в личное дело. Бутылки нужны герметично закрывающиеся. Я использую пивные бутылки. Он уже немножко газированный, немножко щиплет. Вот я его попробовал. Но мы оставим его, чтобы он хорошенько у нас газировался. Отправляем этот квас на 12 часов в холодильник. Через 12 часов он будет хорошо газированный и очень вкусный. Ну и при этом охлажденный. А я, друзья, через 12 часов покажу вам, разолью этот квас, и мы его попробуем, я вам расскажу, какой он на вкус. На следующий день, друзья, квас в банке, который мы заквасили вчера, хорошенько забродил, и его можно уже разливать, повторять ту же процедуру. А этот квас можно пить. Посмотрите, как он газировался шикарно. Просто шикарнисимо. Ну, сейчас вам расскажу, какой он на вкус. Так, дорогие друзья, хлебный квас. Хорошенько газированный. Ой, какая вкуснота. Сейчас жарко, на улице градусов 30. Квасок из холодильника. Самое то. Ну, вот как раз всего в меру. Реально он... из бочки сейчас такой квас не купите. Я думаю, бутылированный тоже навряд ли. Невозможно оторваться. Как видите, процесс достаточно простой. Запустить его один раз. И все лето можно наслаждаться прекрасным хлебным квасом. В принципе, можно не разливать по бутылкам. Можно использовать для этого банки. Только банки с закруткой. Чтобы он газировался, надо, чтобы в нем, естественно... Ну, чтобы углекислота, вот эта вот, которая распирает бутылку, чтобы она не выходила. Потому что такую крышку будет срывать. Вот, друзья, с удовольствием представляем вам рецепт хлебного кваса. Настоящего хлебного кваса. Вкусного, полезного. Ну, не знаю, на самом деле, насколько квас полезный, но он не вредный точно. Потому что тот квас, который делается из концентратов, ну, наверняка он вредный. Ну, мое мнение такое. Делайте в жаркую погоду хлебный квас и наслаждайтесь. А мы с Ларисой, друзья, будем снимать для вас новое интересное видео. Всего доброго, пока!